Поселок Горный, Оренбургский район. Еще с дороги видны десятки теплиц. Это хозяйство Алексея Рощектаева. 19 лет он с теплом и любовью создавал свое дело. Гордится, что овощи, выращенные его руками, несут только пользу. Выращиваем чисто на земле, на одном месте. Вот видите, здесь никаких там... Вот они сразу корни идут. У меня 3 детей, 10 внуков, все они только здесь питаются. Алексей лично следит, чтобы продукция регулярно проходила лабораторные испытания. Они раз за разом подтверждают, в овощах вредных веществ нет. Но лучшее подтверждение качества – ежегодно растущий спрос среди местных жителей. Хрустящие огурцы – это гордость этих теплиц. Здесь не используют никаких химикатов. Все для того, чтобы огурцы сохраняли максимально натуральный вкус. В хозяйстве трудится 8 человек. Скромно говорят, работа нравится. Да и знают ее уже до мелочей. Ведь уход за растениями не терпит халатности. Важна каждая деталь. Например, температура воды для полива. Это вода для полива. Мы закачиваем ее со скважины. Она отстаивается еще пару дней, нагревается. А после чего капельным поливом поливаются огурцы. Около 50 дней от семечка до плодоносящего растения. Огурцы сорта «Кураж» из теплиц Горного будут радовать покупателей до ноября. Важно каждую партию поставлять на рынок оперативно. Из-за отсутствия химикатов свежими овощи остаются 2-3 дня. После того, как огурцы собраны, их расфасовывают по вот таким ящикам. Затем они отправляются по торговым точкам. В Оренбурге таких около 20. Здесь же в теплицах выращивают и помидоры нескольких сортов. В декабре закладывать семена. Два месяца мы держим рассаду вот в стаканчиках, вытягиваем сначала густая посадка, потом пикируем в стаканчике, и после этого уже, как земля подойдет, где-то в конце февраля, в начале марта высаживаем в землю. Крупные, мясистые, но еще зеленые помидоры пока не готовы к встрече с покупателями. Они начинают зреть с середины мая, а последний помидор с грядок срывают в конце октября. Овощеводы говорят, без поддержки государства приходится трудно, но это не повод отказываться от любимого дела. Хоть конкурировать с крупным бизнесом из года в год становится сложнее, местная продукция с оренбургских прилавков не исчезнет. Ведь жители знают, что выращенные с любовью овощи дадут фору любому привозному продукту. Екатерина Якобсон, Андрей Булатов, Новости дня.